На площадке Союза журналистов провести вот такой круглый стол прямо в начале года. И еще раз говорю, это не пресс-конференция по итогам года, чтобы вы сразу понимали. Она у нас будет с вами, как всегда, в феврале, и мы вас обязательно на нее пригласим. Хотим с вами откровенно поговорить о тех перспективах, которые сегодня открывает 204-й указ президента здравоохранению в рамках нового национального проекта здравоохранения. И мы обозначили сегодняшнюю тему нашей с вами беседы, как мы это будем выполнять. С моей точки зрения, сегодня как в здравоохранении, так и в журналистике очень не хватает компетенции. Да? Поэтому я очень надеюсь, что вот мы вместе с вами будем в этом вопросе расти, и вы, как передовые представители этого сообщества, всегда будете на переднем фланге показывать населению, что у нас социально направленное, грамотное журналистское сообщество. И желаю вам, конечно, в этом здоровья, процветания.